Я поняла, что вы хотите спросить. Почему переименован? Давайте же оставим итальянских коммунистов в покое. Мы уже привыкли, жители, жить на улице Сакванцет. Не надо нам ни Жириновского, никого. Давайте как-нибудь обойдемся. Мы Сакванцет с трудом пережили в советское время. Вы против. А можете рассказать? Ну, я вообще против всяких переименований. Все привыкли к названиям уже. И поэтому... И очень много денег будет потрачено на переименование улиц. Зачем? То есть это название вам больше? Да, это название нам больше нравится. Да. А если бы переименовывать, то в какую? Даже нет предположений. Нам такое вот прям нравится название. Сак и Ванцетти. Про переименование что-то слышали? Да, мы живем на этой улице. А что думаете? Люблю свою улицу, люблю свой дом. А название какое? Старое лучше оставить или нет? Конечно, конечно. Я считаю, что лучше старое. Да, мы консерваторы в этом вопросе. Спасибо. У нас замечательная улица, замечательное ее название.